Андрій Карай – актор Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру. У 2012 році за виконання ролі Кушкіна у виставі «Пристрасті по Торчалову» був відзначений дипломом за кращу чоловічу роль другого плану. Режисер вистав «Весела сімейка Фонтаж», «Кам'яна квітка» і «Пригода Карлсона». Доброго ранку. Так, доброго ранку вам. Ви вже прокинулися, ви завжди так покидаєте зранку? Так. О, у нас люди теж перші дати. І одразу їду розмовляти о театрі. Просипаюся і їду. Кожного ранку. Да, да. Так, це і круто. Отже, так, як говорили, будемо сьогодні говорити не про те, як вдягатися до театру, що треба планувати, а як себе поводити. А мені хотіло все ж таки дізнатися, як вдягатися до театру. Отже, в мене театр асоціюється з якимось гарним платтям. Ну, куди ще можна одягти плаття там? Так оно и есть. Ну, раньше в театры дамы надевали свои самые лучшие платья, свои самые лучшие украшения. Мужчины тоже старались не отставать за дамами, да? И, в общем, в театр шли показать себя. Не только посмотреть на сцену, на артистов, а но еще и, конечно же, показать себя. А как можно себя показать? Это, естественно, красиво одеться, сделать красивую прическу. Ну, в общем, театр – это не спортзал. Да, туда нежелательно приходить в шортах, в футболках, в кроссовках, хотя есть и такие. Молодежь, она растет и плохо воспитывается в этом плане. То молоді треба нагадувати, так? Так. А ми сьогодні бажано. Так, ну взагалі, я думаю, все ж більшість населення знає, що треба вдягати от якусь сукню і стриману, джинси, якась кофта, светр, він не підійде для театру, тому я думаю, варто про це пам'ятати і не забувати. Також варто пам'ятати про те, як себе поводити в театрі, особливо на виставі, коли актори намагаються придати все-все, всю гру. А ти з пакету достаєш якісь чіпси, там сухарики і так далі. Так, а еще лучше бывает такое, что люди заболевают, допустим, кашлем, и идут в театр лечиться, кашлять. Тобто кашляти і так відволікати акторів. Отже, давайте розбиратися, що найперше, про що варто пам'ятати глядачу, коли він приходить до театру? Можливо, за який час варто прийти до вистави? Чи якщо запізнився, що робити? Якщо запізнився, то ты будешь смотреть на третьем ярусе спектакль, потому что у нас не впускают в партер, даже если у тебя билеты, ну, вот таковы правила. А приходить нужно желательно, наверное, за полчаса до спектакля, чтобы можно было зайти в гардероб, раздеться, зайти в буфет в наш театральный прекрасный, попить чашечку кофе. Сам в буфете, а не в глядательной зале. Желательно, да. Ну и готовиться, и ждать действа. Очень сильно отвлекают телефоны. Эта проблема давно уже, наверное, от когда появились телефоны мобильные у людей. Это очень отвлекает, это очень сбивает. В первую очередь, даже если зрители, которые пришли, они не особо знают нас, либо уважают нас, тех, которых на сцене, но тогда хотя бы уважали бы тех, кто сидит рядом. Пришел с вами посмотреть, потому что это мешает как зрителям, так и артистам очень сильно. Тот же кашель. Ну, кашель такое дело, это понятное дело. Но все равно есть так, что прям вот как будто специально пришел покашлять. Вот. Это вы так рассказывали, значит, была уже прям, ну, дос такая цікава история. Була, с тем, понятно, так? Була, так. Десь років 5 тому, может, 6, у нас был спектакль. «Максималист» назывался. Ну, ставил спектакль режиссер Черкалюк Сергей Владимирович. И он решил во время спектакля, в начале, где-то минут через 10 после начала, сделать такую штуку. У нас был человек подсадной в зале. Он сидел в середине зала. Значит, у него зазвонил очень громко телефон. Очень громко. Он не обращал внимания. Уже весь зал обратил внимание на него. И все ждали. Ну, мы остановились на сцене. Это все было спланировано. И все ждем, что же будет дальше. А он сидит и, значит, он звонит в телефон. Вдруг врывается в зал два человека огромных в масках, в форме, с оружием, с дубинками. Скручивают этого человека, выводят его за пределы. Звучит два выстрела в коридоре холостых патронов. Заходит человек в маске и говорит: «Извините, больше он вам не помешает». И потом пошла объявочка, что, уважаемые зрители, убедительная просьба отключить свои мобильные телефоны, или мы отключим вас.
Слухайте, нічого собі. Да. І, між прочим, этот спектакль пройшов на повнейшій тишині, без телефонних дзвінків і помощників. Навіть було страшно дихати. Да, і, скоріше всього, що да, тому що це було дуже неожиданно. Ну, а в кінці хоч сказати, що це було? Ну, звісно, конечно, звісно. Хоча, лучше б не говорили б. Лучше б вони приходили б і думали б, що... Я просто уявила на місці глядача, от як він там зараз дивився, от тоді і це відчував. Особливо, коли так... поруч сидів, да, не знаєш, що це. Ну, а, да, особливо ті люди, які сиділи рядом, і я представляю, вони підходять і за ним, і за ним, і за раз, і бух. Слухайте, ну взагалі, от зараз, можливо, нагадується, все ж є такі наліпки, там, не вимикати телефони, на беззвучний ставте. Чи працює це зараз, чи почали люди якось інакше? Звертати увагу на такі зауваження? Ні, ні. Скільки б ми не говорили, ну це ж просто, да? Причому звучить об'явочка на трьох язиках. То треба знаю, четверту мову. Мабуть, треба четверту мову. Но все равно, мне кажется, что решит проблему, это есть такие заглушки специальные, которые ставятся. Но это неудобно, потому что человек зайдет в театр, и он пропадет. У него телефон не будет работать. Да? А все-таки там может что-то случиться, в антракте можно посмотреть, да, может кто-то звонил или что. Но не во время спектакля. Алло, я на спектакле. Да, да, я на спектакле. Классно, тут да. Уже классно, но мне подобается. Еще, если не берут телефон поговорить, то могут еще и покомментировать вдвоем. Вот такие тоже есть люди. В голос, как полой, еще громче на сцене. Это зависит от людини, так? Ну или да, это воспитание как? Человека. Театр, он воспитывает, но все же это не мама и не папа, которые прививают человеку какие-то качества. Чисто чоловічські по житті. Так, захопились ми розмовами про телефони. Що ще відволікає? Бо я знаю, що коли артисти, можливо, там трошки затримуються, люди починають гомоніти, кричати, чи це як це впливає потім на гру акторів, якщо от починають голосно там викликати, кричати. Да, є різні актори. Некоторых может это и выбить, могут забыть текст, могут остановиться. Все, может, мы все живые люди, нужно не забывать, что мы на сцене, это не машинки заведенные, не марионетки, да, это лайв, прямой эфир, да. Поэтому отвлекает все, что может отвлекать. Я думаю, что и людей тоже отвлекает это все, которые сидят в зале. Поэтому это взаимоуважение должно быть такое, мне кажется. Мы уважаем тех, кто сидит в зале, мы приготовили для них спектакль. Мы хотели бы, чтобы он понравился, чтобы он зашел, грубо говоря, да, есть такое понятие у нас, что зашел в спектакль. А люди, к сожалению, ну, мы верим, что мы воспитываем своего зрителя. Нам бы так хотелось, чтобы мы воспитывали его. Да. Що вам ще заважає, наприклад, от як вам як актору, от можливо особисто, от окрім телефонів, ось цих гучних оплесків, розмов. Оплески, мені здається, так. Можуть і так само і налаштувати навпаки. Ну, конечно. Є ще і актори, які навпаки почули оплески. Ой, все. Да, є аплодисменти, які запланировані. Да, взрослі актори розказували, що вони коли розбирали п'єси либо роль, вони писали собі напротив репліки апл. То есть они заблаговременно уже подозревали, да, что здесь будут аплодисменты, они готовили к этому всему. А есть аплодисменты в таких местах, там, где не ожидаешь. Ну, для этого есть пауза актерская, где можно выждать, когда человек похлопал, отсмеялся, отреагировал, да, потом продолжать дальше. Мне лично за 10 лет работаю. Уже ничего не мешает. Что бы ни происходило на сцене, что бы ни происходило в зале, я работаю в прямом эфире всегда. Но это зависит от человека. Я стараюсь, даже если звонит телефон, я стараюсь как-то энергетически, помимо того, что я работаю роль, еще как-то передать такой месседж этому зрителю. Не в голос, вымыкай, а да, выключай. Бывает, получается. Либо когда шумят. Тоже это происходит на энергетическом уровне, когда нужно просто накрыть. Особенно, когда детские спектакли. Дети, ну такое вот, вы знаете, что один начинает, и это все цепная реакция, и зал начинает вырывать стулья, догрызать. Да, там тоже очень важно работать энергетикой, потому что просто громко кричать, они будут громче кричать. Ты громче не говоришь. А энергетически нужно их, как это магия театра, ну да, волшебство.
Магія акторів, магія театру. Дійсно, дуже круто. Тож, друзі, не забувайте про правила. Я думаю, це дуже варто знати і правильно себе вести в театрі, тому що від нас і залежить те, як ми побачимо цю п'єсу, виставу, так? Як ми це будемо сприймати? Правильно ли ми будемо це сприймати? Так ли, як задумав театр, як задумав режисер, як хочуть актери? І либо нам в этом помешает, і у нас останеться таке послевкусие, от як після плохого, дешевого вина. Я ще додав, що поважайте себе, поважайте акторів, тому дотримуйтесь правил таких. Так, да, уваження, все просто. Не нужно изобретать велосипед, не нужно придумывать какие-то правила жесткие. Ведь мы же все люди, мы все живые. Нужно уважать. І від нас залежить, що ми як побачимо. Дякуємо вам, дякуємо за ці правила. Я думаю, після цієї розмови і наші глядачі, які будуть наступний раз, так, задумаються про свою поведінку в театрі і будуть по-іншому якось себе поводити і сприймати ці вистави. Нагадую, Андрій Карай, актор, сьогодні був у нас в гостях, завітав, поділився.